Тест-драйв для труб. На улице Свободы между домами 3А и 3Б сейчас идет ремонт подземной теплотрассы. Стальные трубы меняют на новые полимерные. Выполнены они по технологии Упанор для горячего водоснабжения домов. Таких в местном ЖКХ еще не применяли. Этот участок в 30 метров будет пробным. Преимущество наших труб в том, что это трубы из пексайз, сшитого полиэтилена. Они, в отличие от стальных труб, не ржавеют, не корродируют, не боятся блуждающих токов. Они не зарастают со временем. То есть с таким трубопроводом минимальное количество проблем. То есть вы его установили и забыли о нем на долгие годы, поскольку он всегда работает должным образом и не доставляет хлопот эксплуатации. Срок эксплуатации 50 лет, а еще при монтаже данных труб не требуется сварочных работ, да и прокладывать их недолго. В среднем рабочие успевают обновить около 600 метров теплотрассы за сутки. Производитель предоставил материал бесплатно. Если нареканий к обновленному участку не будет, то город начнет более плотное сотрудничество с фирмой. У нас 21 век, жизнь не стоит на месте, новые технологии появляются, и, в общем-то, мы тоже стараемся за ними следить и что-то менять и в ЖКХ в нашем. Жители на время ремонта без горячей воды не остались. Дома подключены по временной схеме. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.